Секрет выращивания огурцов. И еще один способ выращивания рассады. Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому посейте пророщенные семена в торфяные стаканчики. Почвенную смесь проливаем теплым раствором марганцовки, а через 20 минут начинаем сеять. В центр стакана кладем 2 семечки и присыпаем грунтом. Если посеете мелко, рассада завалится. Стаканы ставим в поддон, накрываем пленкой и убираем в теплое место. После появления всходов рассаду ставим на свет. Для поддержания влажности между стаканчиками ставим банку с водой. Поливаем через 1-2 дня, отстойной водой не заливаем. Первая подкормка в фазе двух листьев. Вторая через 2 недели после первой или за 1-2 дня до высадки рассады. А подкормка такая. Коровяк залить на 3 часа и развести водой 1 к 10. В день посадки на грядках делаем лунки глубиной с размером стаканчик. Перед посадкой рассаду поливаем и высаживаем с расстоянием друг от друга примерно 50-60 сантиметров. В первые 2-3 недели, когда растение небольшое, осторожно рыхлим почву на 2-3 сантиметра. До цветения огурцы поливаем умеренно, через 5-7 дней, а во время цветения через 2-3 дня. Поливаем теплой водой и только почву. Не поливайте огурцы струей из шланга. Размывается почва, повреждаются корни, листья и стебли. Своевременно снимайте плоды. Удачи и хорошего урожая! Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы раскроем вам все секреты.